Поводле официальной статистики, заработки в Украине понижаются, а экономика находится в непевном становище. Тем часом, граждане несут валюту в обменные пункты. Коли верить статистике, то несут хиба раз гинами. Феномен гами варто разглядеть у рубрицы «Шаленые гроши». Сами меркуйте. Миллион доляров с сотенными купюрами важит 10 килограммов, а громадяне лето сдали больше за 7 миллиардов тих доляров, ну и напевно ж не одними сотенными, то отрымливается больше за 100 тонн грошей. Как ведомо, право сдавать валюту мают те же самые люди, которым дозволено удельничать у выборах. Правда, на выборы ходят значно менее энтузиастов, чем в обменные пункты. Народ ведая, с якого боку на лусту масло намазывать. Середний сдатчик нанес до банковской установы таким чином усяго 50 грамм. Гроши – товар, таки самый, как и все остальные товары. И натурально, что их не только продают, а лишь и купляют. Купили громадяне летось менее, чем продали, а лишь так само вельми много – 5 миллиардов 723 миллионы долларов. Самое интересное в этом процессе – кто основные продавцы и кто головные покупники. Купляют люди с высокими рублевыми прибытками, а продают те, кто рублевых прибытков не мая, альбо мая малые. И тих, и других можно зрозуметь. И начальство, и так званые силовики не вельми упевнены в могутности той модели, которую будуют и стирают. Тим, кто за межою працует, тем не меньше треба тут и куплять, и платежи разные робить, и вось банки на обмене не кепско зарабляют. Держава обкладая всех удельников валютного рынка податками и мая с того моцно потребные ей гроши. Натуральный обмен речевов, так бы мовить. Вось только где межа тая натуральности. В Украине, например, живе людей у 5 разов больше, чем у нас. А выниковый показчик амаль таки самый. Продали усяго на 2,5 миллиарды доляров больше, чем купили. Коли сдали грошей больше, чем купили, это означает, что на 2,4 миллиарды набыли товары и послуги в Беларуси, а не за ее межами. По великим рахунку, на 5 миллиардов рублей потратились, а это 2 среднемесячных заработки всех занятых в экономике страны. Инакше кажучи, 10-я частка ее внутреннего рынка. А где громадяне гроши взяли? Отказываю, просто зарабили. Упевнены, что никому ничего никто так просто не дал. А начальство тем часом думает 25 годов, чи реформовать экономику, чи не реформовать. А экономика не чекая, и она реформуется сама.